Не услуги, а помощь. В гармоничном обществе и государстве медработников должны ценить и обеспечивать им достойные условия труда. Чтобы молодежь не боялась поступать на службу в медучреждение, в Ульяновской области молодых докторов поддерживает государство. Сегодня наша съемочная группа познакомилась с начинающим гинекологом Альфией Ракиповой. После окончания ординатуры она начала свой профессиональный путь в Центре охраны женского здоровья на базе 4-й поликлиники. По словам Альфии, в учреждении отличное оборудование и сплоченный коллектив. В нашем центре очень дружелюбный коллектив, который всегда приходит на помощь, который всегда выручает, так скажем, подсказывает, помогает, обучает, вот, чему я безмерно благодарна каждому из наших докторов. Альфия признала, что больше всего она ценит доверие пациентов. Сначала, конечно, они заходят и говорят: «О, у нас новый доктор на участке, да, когда же вы к нам пришли, как хорошо, что вы пришли». А далее при осмотре, опросе и разговоре с пациентом как-то получается входить пока в доверие, получается с ними налаживать контакт. Центр открылся в сентябре 2017 года. С первых дней учреждение оказалось востребованным у горожан. Ведение беременности, плановые осмотры и консультации местных специалистов посещают женщины из разных районов города. По словам главврача, в этом году выросло не только количество пациентов, но и врачей. Только в этом году у нас пришло 9 молодых специалистов. Из них 7 врачей и 2 средних медицинских работника. В медицинском центре кадровые вопросы налаживаются, но вот в самой 4-й поликлинике есть много незакрытых вакансий. Не хватает, конечно, врачей узких специальностей. Офтальмолога, невролога, кардиолога. Вот таких вот специалистов у нас не хватает. Напомним, нацпроект здравоохранения входит в меры материальной поддержки для молодых специалистов. Это прибавки к зарплате, подъемные выплаты и даже помощь в жилищных вопросах. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.